Ту-ри-ту-ри-ту-ри-ту. Дорогая Вера, Ева и Мираб, и вся твоя семья и твои друзья поздравляют тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, счастья, благополучия и всего-всего, что ты пожелаешь. А сейчас по традиции для тебя красивый вид. От всех нас и от канала Скуп. По традиции красивый вид для Веры. От всей семьи и от всех любимых ее людей. И от канала Скуп. Вера, это сердечко от нас, от всех для тебя. Ту-ду-ду-ду. С днем рождения! Опьянил совсем, в голове дурман. Привет, дружочки-пирожочки. Мы же со Степой переехали. Он просил бассейн. Переехали с бассейном, а ему не нравится, говорит. Говорит, хочу дом с бассейном. Вот я теперь ничего и не знаю, что ей делать. Мы им-то покажем это жилье? Все вроде, знаете, и кухня есть, и кровать, и два дивана. И лаунж-зона внизу клевая, и басик охеренный. А ему что-то не нравится. Ну, сейчас мы пиццу возьмем, я вам сделаю обзор, вы оцените. Вот, в общем, наш новый дом. Подожди. Вот такая придомовая территория. Бассейн есть детский, взрослый, лежачки. Чё тебе не нравится? Ты заелся своим волхом? А? Вот такой холл там, кожа, рожа, все дела. Вообще нормальненько. А ему не нравится. Еще лифт у нас. Так, открывай дверь. Он едет. А, еще едет? Да. О, приехал. Ты видишь? Вон, а. Подожди. Короче, вообще шик и блеск. Заходим в лифтик. Закрывай дверь. Вот, сама закрывай. Я ж не рад. Живем на пятом этаже. Выходим с лифта, свет включается. Вот наш номер. Который я сейчас не открою. Ну, и сразу ставь, чтобы свет-то горел. Ох, сложно. Блять, один ключ, два и то сложно. Входим. Вставляем сюда. А как мне сюда не знаю? Да, блять. Что у тебя с руками? Заходи ты уже. Здесь душ, туалет, раковина. Здесь телевизор. Здесь две кровати. Что еще есть? Шкаф. В общем, вообще все супер модно. Здесь два диванчика. Здесь стол покушать. Здесь кухонка. Здесь балкончик. Там, наверное, вид на бассейн. Давайте посмотрим, на что вид. Как это открывается, хуйня? Так. Не может быть. Как тебе пицца-то пицца? Ну, сейчас. Да. Маленькую, сам бы сказал. Я не могу, чтобы... Смотрим вид с балкона. А, на дорогу. Горы. Смотрите, какая гора. А ему не нравится. Странный. Пришли с сыном в ресторанчик. Сейчас я вам цены покажу. Цены на 10 умножайте. О, о, есть еще куриный суп. Я, наверное, куриный. Не хочешь куриного супчика? Нет, я не ем. А? Завтрак 450. Ну, в принципе, что, терпимые цены. А что, куриный супчик, да как ты не хочешь?
Ну, короче, вот примерные цены, что и так понятно. А мясо давайте вам еще. А вон есть спагетти карбонара, не хочешь? Давай спагетти карбонара. А? Давай. Так, не, если не хочешь, так можешь. Я не хочу. Ага. Карбонара за 500 рублей, нихера. Вот нам аперитив принесли. Булку такую вкусную, сырный соус и херню какую-то, и салатик. Давай, сынок, налетай. Принесли мой томатный супчик. О, и сырка чуть-чуть, чтобы было заебись. А Степе опять ничего. Булку не ест. Че ты булку не ешь? Не хочу. Все, пробуем томатный супчик. С волосами сырными. Суп, как помидорина раздавленная. Супчику нам принесли вот такую еще бургер. А Степе макарок сколько, смотрите. Обалдеть. Ну что, достойно? Нормально. Не доели. Прожрали 1300. Нормально так-то. Один раз в год можно, да? А теперь, друзья, слушайте правду. Ведь вы многие смотрите канал своим ходом «Вечное лето», которых в Турцию пригласили компании по продаже квартир, и которые им велели все здесь нахваливать. Так вот, я вам скажу. Еда хуета полнейшая. То есть вот этот блин, блядь, его жрать невозможно. Эти томатные супы говнища такое, что просто пиздец. Макароны не макароны. Гамбургер не гамбургер. А эти петушары все нахваливают, куда бы, блядь, ни пришли. Это мы сейчас пришли, знаете, не в дешевое кафе. Обслуживание, знаете, такое, блядь. На вас везде смотрят и думают, сейчас вы что-то, наверное, спиздите, блядь. Короче, хуй знает. А эти всех наебывают. Все пиздато, все хорошо. Атмосфера обалденная. Нету здесь этого. Я говорю, ну реально, блядь. Для тех, кто не был нигде и никогда, вот, наверное, здесь будет заебись. По мне, тогда же, наверное, в Крыму и в Сочи интереснее и лучше. Там хоть роднее. Ну все. Папа Степа идет в магазин за завтраком. Ну так и вот, что я хотел рассказать-то. Захожу я, в общем, вчера на канал к Лёсику. Ну набираете Лёсик в поисковике и находите. Ну ссылочку напишу. Он там стримы проводит. И что вы думаете, кого я там увидел? Анабиоза. Помните этого великого Анабиоза? Любителя песни «Медуза». Так вот я и хочу спросить. Блудный Анабиоз, а ты куда нахуй делся-то? Ты почему меня покинул? А? Очень странно происходит. И еще я вам, знаете, что хотел рассказать? Вот сейчас все вам втюхивают эти квартиры, да, здесь в Турции. Ну, другие каналы-то. Вот своим ходом, вечное лето. А я вот здесь, знаете, размышляю. А какие здесь нахуй квартиры? Здесь народ-то бывает только 3-4 месяца. А в остальное время здесь города вообще как вымирают. То есть вы покупаете здесь квартиру. У вас июнь, июль, август, сентябрь. Может быть, все нормально будет. Вы сможете ее сдавать. А потом-то здесь вообще никого нету. Вы реально перед покупкой хоть посмотрите других блогеров, которые здесь, знаете, в январе, в феврале. Здесь прям все умирает. Здесь вон сейчас, да поглядите, ни души. А хотя, блядь, домов настроено вообще пиздец сколько. Так что, мне кажется, это все, знаете, афера с продажами квартир. Наебывают русского брата. Угу. Я бы, наверное, здесь квартиру-то не хотел бы. Смысл ее здесь покупать, если ее здесь снять можно за 300, за 400 долларов. А мне сезон, так и вообще за 200.
То есть, мне кажется, такие инвестиции будут очень долго отбиваться. Бля, что бы пожрать? Ну ладно, идем в магазин. Набрал на 520 рублей. Альберто, спасибо огромное. Сегодняшний завтрак будет за твое здоровье. Еще раз, Альберто, огромное спасибо. Сейчас домой приду, вам покажу, что можно набрать на 500 рублей. Ну что, давайте я вам покажу, что я набрал на 500 рублей. В славной Турции. На мой взгляд, нормально набрал. Сыну корм. Вот так, сухие завтраки. Молоко Айран. Надеюсь, он не поймет. А то молока не было. Два кофе. Сыр такой. Масло такой. 6 яиц. 1 энергетик. Сыр еще вот такой. И несколько там колбасок вот таких. Ну это бутерброды поделаю. Также еще вот такая булка хлеба. Это вот стоит 500 рублей здесь. Хлебушек прям свежий, понюхайте. Бля, прям вообще, смотрите, с пылу с жару. Спасибо. Кому? Правильно, Альбертосу от души. Отец и сын пришли на пляж Клеопатра. Сейчас вы море увидите. Наверное. Тут можно поиграть в теннис. Ну, короче, хорошая площадка для гуляний. Фруктите, хуюктите. А, ну здесь так-то пляжненько. Ого, какая красота. Обалдеть. Приносить с собой еду нельзя. А у нас и нету еды. О, какая жопка там, смотри, Степ. А? Нормально играют. Вообще отлично играют. Бам. Вообще хорошо играют. Пойдемте дальше. Есть душ. Ух, нихуя здесь. Что творится? Какая-то Ялта, друзья мои. Потрогаем водичку. Очень ветрено. Все в лежаках. Да, песок ужасный, крупный. Ну что-то по мне, да хрень полная, а не пляж. Но зато красиво виды. Блядь, не айс. Угу. Ну, если честно, я от пляжа ожидал гораздо больше. Так-то инфраструктура, конечно, хорошая. С детьми, мне кажется, вообще здорово будет. Ну как-то, вы знаете, блядь, по-русски что ли все. Нету какой-то экзотики. Такие рожи на пляже недовольные, знаете, срать эти, блядь, с СССРовских женщин. То есть, блядь, хуй знает. Ну кафешки все нормальные. Ну ладно, а завтра мы вам покажем фуникулер. Вы спросите, а что вы не купались? Море еще очень холодное, вообще никто не купается. Нам туда! Так что вот так. Вот такой был обзор пляжа. Мне не очень понравилось. Я ожидал гораздо лучшего. Может, конечно, в сезон будет получше. Все походит, прячется, блядь. Говорит, я громко разговариваю, ему стыдно. А что стыдно? Непонятно. Ладно, до скорых встреч. Всех обнял.
И закиньте, кто сколько может. Давайте хоть по 200 рублей, а? Пожалуйста. Цены на фуникулер. Закиньте кто-нибудь. 200 рублей с человека. Обалдеть. Закиньте кто-нибудь нам, знаете, 400 рублей. Пожалуйста. И мы за ваше здоровье съездим. А, и вот такие кабинки. Вон все катаются. Жалко, что у тебя отец не самодостаточный и не богатый, да? Только я не понял, это в одну сторону 20 лир на одного или в две? Не, ну если в одну... Не, туда-обратно, что получается? Не, 40 лир на двоих, это 450 рублей. Только я не понимаю, в одну сторону или... Тогда в одну съездим, а обратно пешком прогуляемся. Долларов было на двоих в одну. А, ну ладно, все, до скорых встреч.